Добрый вечер всем. Приветствую вас в этот прекрасный первый номер Шагенов Азамат, запасной вратарь. Десятый номер Шагенов Самир, Шамиль и 47-й номер Шартанов Рустам. И смотрите, у нас гол сразу. Шамиль и 47-й номер Шартанов Рустам. И смотрите, у нас гол сразу забивает 14-й номер Бигбоев Мурат. Черкес 07. Кишев. Заброс. Смотрите, какой момент. Ну как дали пробить, а? Да, это... Трим дальше. Опять в атаке Бажев. На Зугаре. И момент. А вот здесь уже Нахушев Амиран. А в руки Шагенову. Мы смотрим Шагенов. Удар какой, посмотрите. И тащит. Да. И смотрим здесь. Момент какой, да. И вот сейчас, да, вступает в игру Шагенов Азамат. Переводит, как сейчас был активен Канукоев Астемир. Но на его место сейчас нужно возвращаться. Бигбоев! Перекладина, смотрите, да. На стадионе семечки. Нельзя грызть. А здесь, смотрите, у нас в атаке Бажев, пас. И еще одно. Тут остается у Боруссии. Момент какой, посмотрите. Вот это спасение. Шагенов Азамат сейчас показывает нам, да, как надо прыгать хорошо вниз. Еще один момент, посмотрите. Два человека в стенке. Момент, да, и здесь голова Сохова. Даже Шагенов. И снова я вас сердечно приветствую на втором тайме. Если бы не Нахушев, там бы счет, конечно, был бы поприличнее. Смотрим момент. Бажев хорошо закрутил, но чуть-чуть слегка. Но реализовали не все из них. И смотрим у нас. Пас не проходит. Дальше. Момент хороший. Смотрите, как... Смотрим. Таранов, судя по всему, будет бить. Хорошо разыграл мяч. Низа. И гол! Да, забивает у нас 10-й номер. Здесь дальше. Смотрим. Хороший момент какой! И штанга. И штанга сейчас. Вот это... Да, ой-ой-ой, как неудачно подскальзывается. Балов! И вот это момент, смотрите. 15-й номер, Балов Альбер. И вот хороший на Бигбоева. Скидка здесь успеет, успевает. И все-таки кто? И гол! Балов дубль, 15-й номер. Желтая? Желтую, да, получает 23-й номер. Такой момент, ну и игровой, конечно, тут Бажев не хотел. Здесь, смотрите, момент, какой удар, да, хороший момент, огрызнулась. На Сабанчиева дальше, Бигбоев. Смотрите, а вот сейчас могут дать пробить, и удар какой, посмотрите. И Нахушев, Нахушев, Кишев. А вот здесь, смотрите, 3-3 в одного, и Гатыжев. Что? Что это показывает судья? На левую ногу поставил и уже в нее попал. Пенальти, смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Пшиншев побежал как-то. Ну, самый такой полезный игрок в Боруссии 0-7. По мне, это сегодня вратарь, потому что он 4-5 сейвов сделал. И на этом все. Да, спасибо большое всем зрителям. Это была 20 премьер-лига у нас, да, 26-й тур.